сегодня завершились последние тесты по всем алгоритмам, в общем, получилось 88%. Сделаем сейчас пару дней ставок, сделаем такой обзор на 2 дня данной таблицы, чтобы понять, как вообще по ней ставить, что брать. Видим даже, кстати, минусы чаще всего, когда было 60% на матч. То есть 70% и выше прям почти железнобетонно заходили ставки. Но, естественно, никаких вабанков не нужно ставить, нужно ставить с умом. Эти 2 дня мы посмотрим, как ставить по данной таблице. Мы долго искали идею, чем удивить вас к моменту достижения 100 тысяч подписчиков на нашем YouTube-канале. После изучения ваших отзывов и пожеланий мы поняли, что многим из вас не хватает качественной аналитической таблицы именно по теннису. И вот с радостью представляю вашему вниманию новую таблицу, которая включает 12 уникальных алгоритмов, купон 55 на складе материалов на теннис. Сегодня проведем обзор. Мы берем от 60% и выше на игроков. Также мы сделали сами таблицу учета ставок, удобную для нас. Также проведем маленький обзор по ней и будем тоже записывать по ней ставки. Сегодня я отобрал 2 игры подходящих, сделаем из них экспресс. Так, во-первых, нам нужны фавориты. Это таблица для выявления фаворитов. И на этих фаворитов коэффициент должен быть от 1.50 и ниже. Конечно, каждый может проверить еще по-своему разные схемы. Может, у кого-то там при 70% проходимости будет коэффициент и куда больше проходить. Но все наши алгоритмы, стратегии вписаны именно для выявления явного фаворита в матче. И в одном из алгоритмов нужен коэффициент 1.50 и ниже. Так, рассмотрим, как заполнять. Открываем первый матч, который сегодня будет. Во-первых, пишем их рейтинги. У первого игрока это 468, у второго 742. Дальше мы смотрим, на каком покрытии они играют. Видим грунт, и здесь видим цифру 2 под грунтом, значит, пишем 2. Если бы был хард, мы бы писали 1. Трава, естественно, 3. Дальше открываем H2H и смотрим, на каких покрытиях они играли. Видим, цветом они все отмечены. Таким темно-оранжевым это у нас грунт, синим это у нас хард, и зеленым бывает еще это трава. Здесь видим, первый игрок играл последние 3 игры на грунте, значит, сюда ему пишем 2-2-2. А второй игрок играл последние 3 игры на харде, здесь ему пишем 1-1-1. Надеюсь, это понятно. Дальше, переходим к первому игроку и последнему его матчу. Открываем последний его матч, смотрим рейтинг у противника. Против кого он играл? 318 вписываем сюда. Потом пишем, как закончились сеты. 4-6, 4-6. Третьего сета у нас в этом матче не было, значит, оставляем 0-0. А для других игр нам третий сет не нужен, только для последней. Дальше открываем, видим 1357 рейтинг. И счет у них был 2-6-7-5 по ходу 2 сетов. Дальше открываем последний матч, который нам нужен. 951 рейтинг у его противника, у нашего первого игрока. Здесь в зеленые блоки пишем именно счет на нашего игрока. То есть у него здесь 6, во втором сете было 4. У противника 3. Пишем в красное и 6. Все, первого игрока мы полностью заполнили. Теперь последние игры второго игрока. Записываем рейтинг его противника 518. Счет 1-6-2-6. Здесь пишем 0-0, потому что третьего сета не было. Дальше. Видим, здесь нет рейтинга, значит, мы пишем 2500. Даем ему рейтинг. Это означает, то, что слабый игрок.
и у него явно большой рейтинг, но мы всегда пишем 2500, если нет рейтинга. Здесь 7-5, 6-0. И последний матч, который нам нужен, здесь тоже нет рейтинга, значит пишем 2500, и счет 7-5, 6-2. Видим 65% на первого игрока. Так, сейчас посмотрим, какой на него коэффициент в БК. В БК 1.41. Добавляю его в экспресс на телефоне. В учет ставок мы уже запишем итоговый коэффициент экспресса. Лучше экспресс делать из двух матчей. Можно также делать одиночные ставки, когда коэффициент на игрока 1.45 либо 1.50, где-то в этом районе. Кто-то может ставить просто там на 1.40. Мы привыкли ставить экспресс двойник, ну либо когда коэффициент 1.45, 1.46, то одиночный. Сейчас я подобрал две игры для экспресса. Так, теперь второй матч. Записываем рейтинг первого игрока 218, 946 рейтинг второго игрока. Они играют на харде, значит пишем сюда 1, открываем H2H, и последние все их игры они играли на харде. Всем ставим цифру 1, значит, на покрытие. Дальше. Первый игрок играл против 156 рейтинга со счетом, так, 2-4 очка он забрал, 6-6. Дальше. Второй матч. Рейтинг его соперника 310, 6-7 и 2-6. Дальше. Рейтинг его противника 1589, 4, 6, 6, 2. Теперь второго игрока заполняем нашего. Здесь у нас 360 рейтинг. Сыграли 3, 6 и 2, 6. Дальше. Второй матч. 664, 7, 6, 6, 7. И последний матч. И не путаемся, когда вот стоит наш игрок справа, нужно писать в зеленой колонке именно его очки. Здесь у нас 3, здесь 6. У противника было 6, а здесь 3. То есть наш игрок проиграл первый сет 3-6 и выиграл 6-3. Здесь просто они как бы местами по-другому стоят. Надеюсь, здесь тоже понятно, и не ошибайтесь, записывайте внимательно. Итого, делаю экспресс, и экспресс вышел за коэффициент 1.91. Учет ставок вписываю 1.91. Конечно, не обязательно в учет ставок вписывать, но кому нужно, тот может вполне пользоваться ей. Если ставка зайдет, мы напишем сумму ставки в зеленый блок, то есть 1000, к примеру, и видим, все автоматически считается. Если ставка не зайдет, пишем в красный блок, тоже все считается. Итак, мы взяли два матча в экспресс, победу первого за 1.91. Здесь можем написать свою какую любую информацию, например, там то, что на первого игрока был 65%, на второго тоже 65% на победу. Ну, любую информацию можете сюда вписать. Так, все, ждем, как закончится данный матч, и потом рассмотрим уже на завтрашний день. Итак, матч недавно закончился, и экспресс у нас зашел. Здесь вообще второй игрок в конце отказался. Но на кого ставили, они и победили. То есть экспресс у нас зашел. К примеру, начальный банк у нас, да, 40 тысяч. Ну, наверное, где-то по 2 тысячи, допустим, на каждую ставку будем ставить. К примеру. Ставка у нас зашла. Видим, все автоматически записалось. Теперь хочу отобрать еще на такое, как бы, утро. Это уже как бы не вечер, а ближе к утру. Подбирал игры, и потом еще днем и вечером, наверное, сделать экспресс, думаю. Из этих
сколько их тут, 3-4 из 5 игр, хочу отобрать самые такие высокие по процентам, отобрать две игры для экспресса двойника. Я уже заранее прошелся по этим матчам, подходит по коэффициентам и по процентам от 60 и выше. Посмотрим, где здесь проценты выше, потому что я не записал. Хотя надо было, наверное, заранее отобрать две игры и не тянуть резину. Ну ничего, видео тогда перемотаю. Поставлю на перемотку. И для вас это не займет много времени. Так, в первом матче у нас 63% на первого игрока. Во втором матче у нас получается 69%. И у нас есть две игры, из которых мы сделаем экспресс двойник. Так, сейчас в БК найду и добавлю. Если коэффициенты нам не подходят, вот, например, у нас Имир, его победа 1.22, а на вторую у нас на Акиту 1.6. Здесь я на Акиту возьму победа в первом сете за 1.10, а на Имира возьму фора минус 3. Конечно, не прям огромный коэффициент, получается 1.49. Но нам подходит 1.49. Все это я поставил на утро. Посмотрим, как он завершится. И продолжим уже дальше. Всегда играйте на дистанцию. Не нужно ставить там ва-банки или сразу все деньги. Или после минуса там ставить сразу большую сумму, больше, чем до этого ставили мы. Сами идем всегда одиночной ставкой, ну либо на месяц, либо на неделю выделяем сумму и уже с ней работаем по-разному. Но в данном случае мы ставим одну сумму на ставку, 2000. Посмотрим, к чему это приведет. Для нас сейчас главное это показать, как пользоваться таблицей. Завтра попробуем сделать еще два экспресса после этого. Может, получится сделать и 3. Уже следующий день. Утренние ставки у нас зашли. Победа в первом сете Акиты 4-6 выиграла. И победа с фора минус 3. Имир тоже победил. Экспресс у нас зашел. Ставим ту же сумму ставки. И я еще отобрал 2 матча для двойника. Первый матч Ратоли против Янса. Пишем, точнее, вот я записал 742 500. Здесь тоже уже записал, на каком покрытии играют. Они играют на харде. Видим три игры последние на харде. Здесь хард и грунт. И все данные я записал прошлых игр. И вышло у нас 69% на первого игрока. В БК добавляю его в экспресс за 1.41 коэффициент. И второй матч у нас. Сейчас посмотрим, там вроде бы 63%. Сейчас посмотрим. Так, они играют на грунте. Пишем двойку. 52, 6.4, 6.3. Да, 64% на второго игрока, ой, на второго, на первого игрока, и коэффициент на него на победу 1.12. И в общем у нас экспресс вышел за 1.60. За коэффициент 1.60. Посмотрим, как закончатся эти матчи. Также, наверное, сейчас еще один найду экспресс-двойник, пока эти матчи будут идти. Возможно, даже сейчас найду. Пока что ставлю видео на паузу. Рассчитал сейчас еще один матч. 65% он подходит. Сейчас к нему попробую найти пару. Еще одну игру нашел. 60% на второго игрока.
В экспрессе эти два матча идут за 1.42. 4 матча у нас есть теперь, а точнее 2 ставки. Этот экспресс-двойник у нас за 1.42. Теперь ждем, как завершится. Также продолжу анализировать игры по таблице и делать экспрессы-двойники. И посмотрим, что вообще сегодня получится. Ищу экспрессы и сейчас наткнулся на матч для одиночной ставки. Решил сразу записать. В БК на победу Андалоро 1.49. Берем эту ставку. 1.49. Видим 75%. Это очень много на победу первого. И коэффициент 1.49 это более чем валуйный. Кто-то может искать именно такие матчи, где прям такие валуйные коэффициенты на хороший процент проходимости. Сейчас продолжаю искать экспрессы-двойники. Если будут хорошие одиночные ставки, то тоже будем ставить на них. Закончил отбирать на сегодня оставшиеся игры и нашел еще две ставки для нас. Этот матч мы убираем. Первый экспресс у меня получился за 1.40. Это у меня матч победа Села. Где он? Победа Села. Вот он этот матч. Можем проверить. Вот записываем 272 рейтинг у первого, у второго 1165. Потом они играют на харде, здесь все верно. Здесь играет на грунте Сел, а второй игрок на харде. Дальше смотрим. Рейтинг 279, 7, 6. На первого игрока 71%. То есть ставка подходит нам более чем. И здесь можно сказать то, что валуйный на самом деле коэффициент. Может быть, фору можно было бы какую-нибудь валуйную взять на него. Но мы делаем экспресс-двойник. Я взял этот матч, победа Села. И к нему добавил победу в первом сете Фенти. Фенти у нас, вот он. Победу в первом сете на Фенти. Потому что коэффициент небольшой. И чтобы минимальный коэффициент нам от 1.40 подходил, я взял победу его в первом сете, а не в общем матче. Ну, тоже можем проверить. 2.500. 69% на второго игрока. Здесь взял, как говорил, победу в первом сете на Фенти. Так, здесь у нас один матч начался, это который мы еще раньше проверяли. И второй экспресс, который я сейчас нашел, это у нас победа во втором сете Линцер на этого игрока, на эту теннисистку. 69% на Линцер. И я взял победу ее в первом сете. И к ней добавил в экспресс матч. Это у нас победа второй в первом сете. Степанович Наталья. Так, вот она, Наталья. Взял победу ее в первом сете. 1255. Получается 69% на вторую. Здесь я взял ее победу в первом сете. Итого коэффициент вышел 1.50 из этих двух матчей. Ой, 1.50. И сегодня у нас 1, 2, 3, 4, 5 ставок. Посмотрим, как завершатся матчи в конце дня. И сделаем мини-итоги такие. Мы, в принципе, рассмотрели, как таблица заполняется, как по ней работать. Если будут какие-то вопросы, естественно, вы можете всегда у админа спросить, он всегда поможет. Подведем сегодняшние итоги.
У нас есть, к сожалению, отмена матча, это возврат. Ну, там коэффициент получился меньше, это у нас матч вот этот первый. Коэффициент у нас получился 1.12 из-за одного возврата. Плюс, потому что Паломера у нас матч выиграл. Дальше. 1.42, Фонио и, получается, вот этот игрок перенесены матчи на завтра. Либо у них там дождик был, наверняка, как всегда. Что-то в этом вроде. Поэтому этот под вопросом еще. Ну, завтра должны, думаю, сыграть уже. Дальше у нас Андалора тоже перенесен. Это у нас все в одной стране, в Италии. Там дожди, наверное, сейчас. И поэтому матчи перенесены. То есть вот эти две ставки пока что у нас в ожидании. Здесь победа Села в матче. Видим, он очень легко обыграл 6-0, 6-1. И Фенти у нас P2 в первом сете. Фенти у нас, видим, выиграл 3-6. То есть эта ставка у нас тоже зашла. Дальше 1.50, только что тоже ставка зашла. Это у нас победа Линцер в первом сете. Видим, 3-6 она выиграла. И Наталья P2 в первом сете. 6-7 и 1.7 потом уже добила соперницу все-таки. И ставка у нас тоже зашла. Итого за 5 ставок у нас чистая прибыль 4.840. рублей. Ну, думаю, завтра можно на утро, как в тот раз мы на утро матч находили, два матча поставили, также поставим и, возможно, посмотрим еще, как закончатся эти два матча. Ну, то есть вот это один экспресс, а вот эту уже игру, наверное, вы можете сами уже посмотреть, как она закончилась. Пока что буду искать матчи на позднюю ночь либо утро. Еще хотел бы отметить один матч, примерный такой, это победа Села. Как я говорил, коэффициент валуйный с таким процентом проходимости. У нас было 70 либо 71%. То есть на сегодня самый такой больше по процентам матч был. И, видимо, он просто его уничтожил. Всего лишь один гейм проиграл. То есть можно искать такие валуйные ставки. Не просто победу брать, а какую-либо фору. Фора у нас, ну, неплохо, -4.5, да, на дистанции коэффициент нормальный. Либо искать для себя только такие матчи, где прям проценты от 70 и выше. Таблица очень расчетлива и точна именно на проценты, на поиск фаворита. Естественно, это играют живые люди, у кого-то может там подвернуть ногу, может вполне, и не получится у него игра. Но как показывает практика, и вот сейчас на живых примерах я показываю, все удается более чем хорошо. Эту таблицу мы готовили очень давно и рассчитывали ее выпустить как раз уже, когда будет такая знаковая цифра на YouTube канале. И это время настало для таблицы. Здесь множество алгоритмов, которые нам помогают определить, сделать точный процент на игрока. Поэтому можно эту таблицу внести, одной из лучших на нашем складе материалов. Делал я экспресс один на вечер и на утро. Здесь в 4 утра он будет. Видим, рейтинг я записал, 2500, 3.60, и всю информацию вбил. Все играли на харде, здесь на харде, и игроков тоже всех записал. Ну, кто не верит, можете проверить, просто открыть матч и поставить на паузу видео и сравнить. Смотрим, какой большой процент на вторую. Коэффициент, конечно, не валуйный, и я эту ставку взял. Ван, победа в первом сете на Ван. И на Тодоне у нее вышел 67%. Я взял точный счет 2-0. Потому что был еще вариант с форой -5.5. Это, то есть, игры должны закончиться максимум 6-3, 6-3.
из этого я подумал то, что лучше взять точный счет 2-0. То есть получится менее рискованней. Получился у нас экспресс за 1.42. Посмотрим, как закончатся эти матчи и дождемся этих. Может быть, после даже этих еще посмотрим, что будет в час. Еще какие-нибудь два экспресса или одиночную ставку. Посмотрим. Так, всем доброе утро. Экспресс ночной, утренний у нас зашел. Ставки были на точный счет 2-0 на Тодоне. И победа второй в первом сете. 3-6 она ее выиграла. Его первый сет. То есть тоже плюс. И на утро нашел еще одну ставку. Я уже проанализировал, вышло 66% и, как по мне, валуйный коэффициент. На форы так валуйный точно. Мы ставим на чистую победу. В БК коэффициент 1.44. Одиночная ставка. Посмотрим, как завершится эта игра. Думаю, уже можно подвести итоги. Эти матчи, которые еще не закончились, можете досмотреть их сами. Здесь у нас экспресс двойник. Они только что начали играть и снова закончили. Наверняка там опять пошел дождь. Этот матч еще не начался. Может быть, сегодня и закончат. Что касается крайней ставки, она у нас зашла. Мы ставили на победу первого, и он легко выиграл. У нас без минусов этот обзор, но хочу предупредить то, что хоть и таблица очень хороша, но естественно минусы могут быть, потому что это живые люди и может быть что угодно. Мы за этот обзор сделали чистой прибылью 6500 и сделали 7 плюсов в ряд. Таблица действительно очень хороша, и явно она будет занимать у нас первые места на складе материалов. Дальше нас ждет еще очень много интересного. Во-первых, это будущая таблица на баскетбол. Различные стратегии тестируются, таблицы дописываются. Нам также помогают некоторые, кстати, подписчики с таблицами, со стратегиями, которые мы вписываем в таблицы. Данная таблица под купоном номер 55, как всегда, на складе материалов. Обязательно подписывайтесь на склад материалов, на YouTube канал, чтобы нас не потерять. Пока мы не закончили с таблицами и стратегиями, я думаю, нам можно уделить немного времени, чтобы получить действительно ценные материалы. Всем спасибо и до новых встреч!